Наша телерадиокомпания получила благодарность от председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтыбаевой. Она по регион приняла участие во всероссийском проекте «Севастополь наш». Масштабная акция была посвящена событиям русской весны и приурочена к 4-й годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В реализации проекта участвовали телерадиокомпании 12 регионов страны. Кубань представил наш медиахолдинг «Анапа регион». Вручение благодарственного письма прошло в Законодательном собрании Краснодарского края. Мы благодарим вас за предоставленный телевизионный продукт высокого качества, профессионализм и отзывчивость. Мы присоединяемся. Накануне делегация депутатов Законодательного собрания края вернулась с конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходила в Ялте. В этом году Крым передал свои полномочия по председательству Краснодарскому краю. Нам предстоит в течение года продолжить то, что было сделано крымчанами, ну и, естественно, с присущим нам кубанцам усердием сделать так, чтобы наша работа получила не менее высокую, достойную оценку. Я уверен, что весь корпус законодателей края с этой задачей справится.